Всем привет, дорогие друзья! Это новый ролик по Clash Royale, короче. Вы 13 тысяч лайков. Куда столько лайков? Куда их девать? Куда вы столько лайков ставите? Пацаны, вы, блин, шучу, ставьте. Есть куда, разгружайте, есть. Короче, блин. Во-первых, спасибо за лайки. Во-вторых, новый ролик по роялю, да, как и обещаю. 10 тысяч лайков, напоминаю, набираем на этом ролике. Новая серия по роялю. Я уже на 4700, пацаны, я не теряю времени зря. Я кубки, как и обещал, апу. Я не просто так, 10 лайков, хуяк и ролик. Нет, я сижу, я готовлюсь. Там колоды подбираю. Вот. Значит, что я хочу вам сказать и показать. Значит, шо вот это, Вася, такое? Это шо за ерунда? Суперселлы, вы в глаза балуетесь, скажите, пожалуйста, у вас что-то пошло не так? Или, вот честно скажите, я сейчас ослеп или мне мерещится? Я серьезно говорю, 2 доллара за 2 легендарных сундука и 100 гемов, это в чем-то подвох. Это в чем подвох? Это мне потом с карты минуснут, потом, когда они добавят цену другую. Просто, чтобы вы понимали, на моей памяти таких дешевых спецакций, вот именно с такими призами, не было никогда. Даже сундук с молнией, блин, стоил 5 баксов, по-моему. 2 доллара, это, блядь, это 2 эмодзи, вот, я не знаю, вот. Вот такие 2 эмодзи тебе. И то они, по-моему, сколько, 500 гемов, это сколько? Они и то дороже стоят. Не, ну, одно эмодзи 2 доллара стоит. То есть получается один легендарный сундук и 50 гемов 1 доллар. Серьезно? Ну я не могу это не купить, пацаны. Ну блин, они серьезно. Это вообще что это такое? Короче, сейчас покупаю. Сейчас вырубаю экран. Сейчас покупаю, потому что я не могу пройти мимо такой акции. Вы что, гоните? Вы что? Так. 2 доллара. Пока эта акция доступна. Я хотел сделать, может, какой-то конкурс, розыгрыш, да? Но, блин, это Clash Royale, кому она надо? Кроме меня. Давайте, 100 гемов плюс 2 легендарных сундука. Пау, и идем в бой. Итак, ну я уверен, что всадница на барашке. Я угадал? Скажите, что я угадал. Я Ванга, бля. Ух ты, блин, громовержец, ну ладно. Второй сундук, поехали. Но тут будет всадница на барашке. Давайте, не дурите меня. Да. Отлично. Так, ну и все, собственно, 2 доллара. И мы получили 20 тысяч или вот этих звездочек, 100 гемов и 2 легендарки. Ух, как круто. Мне они, эти легендарки, не особо нужны. Ну, пацаны, за 2 доллара, знаете. Ну, это какой-то разводняк, реально. Ну, это у всех такая акция? Или только мне подкидывали, типа, холодик? Ну, ты в любом случае не будешь донатить. На тебе за 2 доллара. Тут ты точно кинешь. А 2 доллара, типа, что тебе 2 доллара задонатить, да? По сути, да, развели на 2 доллара. Короче, ладно. Друзья, 4700, я уже потихонечку продвигаюсь к новой лиге, которая называется Мастер 1, только она уже не 4900, а 5000, да? Ну ничего, поехали, 300 кубков, завтра уже 100% она будет, завтра 100% уже будет 5000, я бы и сегодня уже доапал 5000, но просто вот эта акция реально заставила меня записать ролик раньше. Я просто реально не хотел эту акцию терять, показать вам, вот. Так. Сюда снежок кинем. Чпокс. Хорошо. Фриз. Ох ты, блин. Давайте закинем шахтера, короче. Пускай там пошахтерит немножко. Угу. Окей. Колода, кстати, у меня. Колода гигант. С шахтером Пойзеном. А, еще и принц есть. Вот он, принц. Клыц. Хорошо. Так. Пробуем запредиктить. Давай, предикт. Ну, давай, я знаю. Не получилось, короче, не очень. Не очень. Так, хорошо. Охотник не выживает, а значит, урон наносить никто не будет. Хорошо, Амар, я тебя запомнил. Ладненько. Вот, что еще хотелось сказать вам? Бля, пацаны, вы крутые, я вам говорил, нет? Не говорил? Так вот, вы крутые! Сука, куда ты фризишь? Гиганта рано кинул. Все, закидываем охотника. Итак, выходим на охоту, поехали. 5000 кубка уже, да? Вот, типа, уже вот на следующий ролик я планирую. А цель моя 6к. Слушайте, так и быстро закончится серия по Clash Royale. Кстати, ролик по роялю еще будет один не на моем аккаунте. И возвращается к нам
к нам в собеседник мой возвращается, которого вы очень хорошо знаете по роялю. Он прям супер игрок по роялю. Попробуйте угадать в комментариях, кто это. Вот скоро будет с ним ролик. А также в конце, когда я уже буду, уже, ну реально, когда уже надо будет приблизиться к 6К, я даже запущу стримчанский по роялю. То есть, а стрим будет по ссылке в описании, пацаны. Поэтому давайте залетаем, вылетаем быстренько. Просто, ну, реально, там ограниченные места на стрим. Реально, впервые такое. И ты должен быть на стриме. Поехали, бой. Следующий поединок. Да господи, сколько эти будет... Блин, 11 уровни мне подбираться будут. Походу, знатно так улетели топы выше, потому что... Ну реально, раньше на таких кубках 12-13 левела были. Сейчас 11-10, что-то вообще, блин. Тут какой-то переворот в этой игре произошел. Так... Давайте, принц. Тут я, короче, вот такое вот бревно кину. Тут я вот такое вот бревно кину. Чпок! Хорош. Ну, ему нечем контрить. Я чувствую, что ему тяжело сейчас. Он такой... Чем бы законтрить? А контрить нечем. Кину поизен, хотя вышку мы и так забираем. Но я поизен все равно слил. Дебил. Окей. Так, на три короны я его вряд ли смогу, хотя попытаться стоит. Не, ну там спарки, там очень опасно, опасно, короче, там. Но он мне еще урона не нанес, вы представляете? Тише там, блин, на улице, мотоциклы разъездились, потеплело, да, теперь они ездят. Так, ставим, короче, тут гиганта, выбрасываем мегамульона, забрасываем шахтера. Разряда Фася нету, теперь... А у меня есть вместо разряда снежный ком. В лицо, твищ. Хорошо, пока танчит у нас гигант, шахтер тем временем наносит урон и делает безобразие. Но армия скелетов спасает его вышку. И естественно остается 900 хп. Спарки соло не справилась. Поэтому на отцу соло ставим гиганта просто в упор. Ему нечем дефать, я знаю его цикл. У него там сейчас спарки будет, да. Мне разряд нечем сбить, потому что у меня, видите ли, снежный ком вместо поизона, да? Вот так вот решил автор этой колоды, что за разряд тут не нужен. И в итоге мы забираем на три короны. Молодец. Я, слушайте, реально не люблю вот эти снежки. Какой-то бред. Не знаю, как вы там чем играете, а я вот это возьму. Вот это мое, вот это мое родное. Поехали еще в один бой. Кстати, меня попросили делать побольше поединков. Напишите, какой... Так, сейчас. Какая длительность видео вас устроит? Там, 10 минут ролик, 5 минут ролик, 15, 20, полчаса, 40 минут. То есть, я серьезно сейчас спрашиваю. То есть, это не просто так голосование и так на отъебись, ответишь и все. Не, ответь правда, с какой бы... Сколько бы ты минут смотрел бы ролик? Вот насколько тебе интересно смотреть мои катки по роялю? Это очень важно, поэтому давай, проголосуй нормально там. Вот сейчас смотрите, разряд реально зашел в тему. Хоть и гигант уже все равно сдох, но по крайней мере снежный бы ком меня тут бы менее спасал бы, чем разряд. Я вот все равно за классику. Разряд это классика, а снежный ком это все понты, не знаю, вот это любят топы там повыделываться, да, вот это, подобавлять вот это новые карты, да, там. Я не люблю, я вот разряд, вот это мое, да. Так, ну что, короче, я думаю, что мы можем даже лупашить на три короны, да, поехали. Я думаю, что у него сейчас волосы дыбом стали, он еще не успел прокрутиться, а я уже, короче, иду на три короны. Ха, он сдался, это какой уровень? Это опять же 11 уровень, да, походу? 13-й. Но я просто увидел у него леги 11-е. Изи победа. Пока холдику вообще нету равных на этих кубках, пока холдик просто прет как танком, вообще, на пролом, через все преграды к цели идет. Но я уверен, что где-то стоит такая бетонная стена, в которую я вмажусь и дальше не пройду. Мне кажется, это предел будет. Давайте я так чисто навскидку попробую угадать. Но 5300 осилю. 5600, думаю, тоже мы потянем. Ну вот после 5600 начнется вот это, типа, блять, сука, дисбаланс, блять, сука, что за лаги там, или да как можно тут играть, что за цикл, и... Ну, вы помните, да, какие у меня в основном отмазки были. Опять контра, сука, опять контра, опять этот подбор. Вот, после 5600 это начнется. До 5600, мне кажется, мы будем гладко идти. Хотя, опять же, смотрите, 4700 и уже второй 13 уровень за сегодняшний выпуск.
Не кисло, не кисло. Так, все, короче, фуловые пацаны пошли. Ну, погнали, пацаны, погнали. Сейчас будем наводить порядок. Вот это уже интересно. Мне кажется, это Морта. Я сейчас колоды угадывать не могу, потому что я не знаю, чем играют пацаны тут. Забрасываем Шахтера. Гигант у нас, кстати, не основной юнит в этой деке. У нас и Шахтер очень важную роль играет, а также еще заход с Принцем у нас тоже очень так себе хорошо заходит. Так, разряд у нас кривой, но зато фуловый Варвар и Мега Миньон сейчас, наверное, снесут вышку. Ну, нет, дух не дал. Но я думаю, что можно попробовать добить. Как вы считаете? Я думаю, что надо добивать. Надо добивать. Короче, у нас прессинг идет справа. Я думал, соперник будет слева подкидывать Хогушку. Но нет, он кидает Хогушку справа. Естественно, я это Мега Миньоном все дефаю. Оставляю ему 1100 хп. Он мне оставляет 1100 хп, а я ему оставляю 251 хп на вышке. Тут я закину... Ну, Шахтера сейчас закину. Он, наверное, мини-пекой словит, да? Нет, не ловит. Ха, прощается с принцессой, хорошо. Будем дефать, будем однозначно дефать. Урон нельзя получать. Ну, 200 хп добьем, да? Добьем, да, конечно добьем. Че я вас спрашиваю, я же знаю, что добьем. Так, ну тут охотник, короче, давай. Давай, охотник, стреляй, хорошо. Ставим гигантуса. Мини-пеки у него нету, ледяной дух. Что ж у него там такое и осталось, блин? Да нечем ему дефать. А, ракета, ну окей, мега-муха. 6 эликсиров он потратил. Я сейчас мега-миньоном задефаю полностью все задефаю. Тыкс. Еще раз тыкс, хорошо, разряд. Не, poison, просто poison. Все, это минус вышка. Изи вообще, это 13-й хок. Это уже 13-й хок. Ясно вам? Тычку, бам, хорошо. Куда так много тычек? Кстати, по балансу, я не знаю, меняли тут что-то, не меняли, но, по-моему, все так же и осталось. Так, вышку я добью. Ну, что ты делаешь? Ну, не дефайся, плиз. Ну, вот, мам, такой, знаете, не из простых соперников, который не сдается до последнего. Он борется за свою победу, он сражается, он знает, что он может, он могёт. И все. А, не, вышку снес, молодец. Не зря пытался. Ну давайте, ладно, я не буду идти на три короны, потому что все-таки я могу потерять вышку, если я сейчас элик потрачу. Давайте все на деф кидаем. 5 секунд. Да, это победа. Это победа, друзья мои. И на этом, наверное, все. В комментариях напишите, сколько каток, сколько минут ролик вы бы смотрели. Я посмотрю большинство, сколько хотеть, не хотеть. Кстати, блин... Я думал сейчас, что 4900, да, по привычке, что новая лига. А новая лига теперь на 5000. Ну ничего, 5000 тоже тут фигня осталась. В общем, друзья мои, ну, помните, да, 10 тысяч лайков, обязательно 10 тысяч лайков. И новый ролик по Clash Royale. Подписываемся на канал, обязательно нажимаем на колокольчик, не пропускаем новые выпуски. А вы не пропускаете, я вас знаю, но для новеньких объясняю. Ну и спасибо вам за такой актив. Всего хорошего. И ждите новые выпуски. И вас жду сегодня на стриме. Пока.